Губернатор Олег Кожемяка побывал с рабочей поездкой в Лесозаводском городском округе. Городу требуется инвестиции, поддержка со стороны краевого бюджета. Ну и мы надеемся, что все эти средства, все эти виды работ, которые должны завершиться уже, я говорю про этот год, дадут свой положительный эффект. И для жителей должны увидеть качественные изменения жизни в городе и в спортивном отношении, и в вопросах благоустройства, и в вопросах автодорог. Ну и мы поддержим также предприятия. Так, новую производственную линию установят на Лесозаводском лесопромышленном комплексе, пострадавшем от пожара в апреле. Также для предприятия предусмотрены налоговые льготы на прибыль. Мы переговорили со своей стороны, обсудили вопросы представления там регионального инвестиционного проекта, который дает возможность ту прибыль, которая зачисляется в налоги для краевого бюджета, оставлять на предприятии. Первые 5 лет это 0%, последующие 5 лет это 10%, вот, что само по себе позволит сформировать инвестиционный поток, направленный на приобретение, прежде всего, техники и оборудования. Олег Кожемяка вручил благодарственные письма губернатора края за оперативную ликвидацию пожара сотрудникам предприятия. Также глава региона посетил Лесозаводский промышленный комбинат, который шьет костюмы команд участников спортивных игр «Дети Приморья» и форму для военнослужащих. Здесь уже, наверное, в течение практически года велись разработки, различные модели рассматривались, пробировались непосредственно там в фронтовых условиях. Ребята-ветераны, кто приходил с боевых действий, принимали непосредственно участие с спецподразделения. Выборы ткани, значит, выборы карманов, клапанов. Но здесь уже, как говорится, та продукция фабричного производства, которая наиболее приемлема для бойцов, в том числе и нашего батальона «Тигр». Вот, то есть для других подразделений адаптирована, обладает всеми необходимыми свойствами. Также глава региона участвовал в торжественных и спортивных мероприятиях в честь 85-летия Лесозаводска, осматривал объекты культуры и спорта, встречался с трудовыми коллективами. Анна Дьякова, новости на 8.